В этом году Ирик Харисович Нурдинов, член Союза художников России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат Международной премии имени Пласта в области изобразительного искусства, бессменный руководитель международного пленэра художников, отметил юбилей. Совсем недавно он был награжден почетной грамотой губернатора. С художником мы встретились в его мастерской и поговорили о его жизни, творческом пути, любви к волжским просторам и селу Прислониха. Со скольки лет вы рисуете? Мама рассказывала, говорит, вот нашел ты тетрадку наверху шифонера и химический карандаш. Я, наверное, увидел, что он оставляет след, химический карандаш тогда, да. И хотел попробовать. Она говорит, ты стащил оттуда, говорит, лист. А это тетрадь мы хранили для того, чтобы писать письма родным, близким, да. И вот. И ты там что-то нарисовал, да. Ну, непонятно что-то, да. А потом... Постепенно я уже начал помнить, что сейчас, вот я вспоминаю, с 5 лет, видать, то, что бумаги не было, тогда и понятия не знали, родители не знали, что есть художники, а я тем более не знал. А откуда это Всевышний, значит, дал, что как-то мне такой вот дар, да, вроде бы, вот я, бумаги нет, я вот с газет вырезал поля, их склеивал, печеная картошка, а тогда что, еда-то там, все время картошка печеная, да. И получался лис. И на этот лис я вот срисовывал, помню, с газет. Газет «Правда», вот «Труд» выписывали. А тогда печаталось в каждом, постоянно в каждом номере. Вот эти кукрыниксы у нас художники были, да? А, ихние вот карикатуры. А их было легко как-то вроде бы срисовывать. Да, вот я их срисовывал, копировал всем. Вот так вот начал. Да, потом школа. Уже в начальной школе начал уже, помню, вот, на тетрадях, тетради давали, а на них надо, то есть мы писали палочками там все, да, но на них я вот на, или на задних листах все время что-то рисовал там, да, и вот затем школу, вот, все, потом редколлегия, затем уже в школе постоянно первые места редколлегия занимал, затем уже начал участвовать в областных выставках, это в Перми было, то есть художники участвовали. И я получал все время первые места. Затем уже, а для школы это престиж, что ученик такой-то вот получает первые места. Мы участвовали в деревне, а у нас там город, мы подчинялись, как-то город был около 60 километров от деревни. И вот, да. А затем закончил школу, а в школе как вот... А давайте вот на школе еще остановимся. Вы сказали, что в начальных классах активно рисовали там на страничках тетради, да? А краски, вот когда вы попробовали? Не, я в то время красок-то и не знал, карандаши не видел цветных, там не было же. А откуда? Рисовали? Простым карандашом, обычным карандашом. А потом в школу пошел, уже увидел, в школе дали карандаши. Это в каком классе-то? Я не знаю уж. В третьем, может, во втором. Первый раз я увидел цветные карандаши. Нам дали, там 6 было такие вот. Помню это, да. Вот с того времени я вот карандашами цветными. Я же как вот, к моему стыду, да, вот я школы мало посещал. Потому что директор школы тоже, ну, тогда ведь как вот, спортсмен, хороший спортсмен для школы – это престиж. Если художник занимает тоже там, для них престиж тоже, да. Они как-то, и мне учитель по рисованию сказал, говорит, если ты, давай, говорит, прекрасный художник, занимайся... Да, одним, говорит, да. Он напрямую сказал мне, да. Ну вот я и школу закончил, даже аттестат не пошел получать. То есть там надо было экзамен сдавать. А я ушел рисовать на 3 дня. С рыбаками мы ходили, да. Да, я с рыбалки прихожу, мать меня тут ругает. Надо было идти, говорит, экзамен хоть сдавать, говорит, прийти что-то. Вот, говорит, я пошла в школу, говорит, забрала твой аттестат, говорит, зрелости. Она говорит, ну у тебя там одни тройки, мне их доски-то не вызывали, откуда там и тройки, там вообще оценок не должно быть у меня. Но у меня там 5, по-моему, что-то по рисованию, еще по пению была, да, по труду вот 3, 5. 4 была, еще не помню, остальные все 3, да. Ну вот, закончил школу, да, и директор сказал маме, он у вас никуда не поступит, это вообще бездарь, неграмотный. Да, только художественное училище. Мы его даем направление, художественное училище, он туда без экзаменов. Да, ну, я уже обрадовался, но родители не отпустили.
да, там надо было помогать, скотина там много было, все это дела, косить. Ну, в общем, так получилось, что отправили меня в училище в городе там туда на электрика. Электрик. А, кстати, вы где жили? Напомните. Вот. Это Пермский, Коми-Пермяцкий округ тогда был, да. А город какой? Год? Или деревня или город, да? А город там, город Кизел был, а деревня это у нас поселок был, типа он как деревенский, а как поселок считался он, да. Он был от города 60 километров, да. Потом, вот, и в училище тоже, в общем, рисовал я там, да. Опять так же не ходил на занятия, все дела, там мне дали мастерскую, делал для них вот эти вот, помню, разные схемы, стенды, все вот эти дела, да. Оформляли. Оформитель, да. Затем закончил, и в армию забрали, да. Родители уехали сюда, нас в армию забрали, два сына, вот мы, два брата, да. И они сами сюда, в Ульяновскую область, переехали. В армию тоже, вот как поступил, учебка полгода, то есть там нас учили, а уже... И там я начал рисовать, мне там портреты, все дела, там узнали, что я могу что-то делать, и... В офицерскую, туда у них этот дом офицеров, там мастерская, там, в общем, я 2 года там служил, делал, стены расписывал в офицерских комнатах, потом оружейную комнату оформлял, это войска стратегического назначения, в общем, в лес меня туда возили в лес, где стояли наши ракеты, да, и у них в казармах, потом в войсках там этих... Ну, в общем, там что-то оформлял, я сейчас не помню, что там кругом оформления. Да, и вот я закончил армию и приехал сюда к родителям уже, да. А тут приехал, да, куда, что? В автозавод устроился, туда взяли меня электриком. Ну, и там опять я хожу, станки рисую, там все вот эти дела, да. Мне увидели, художник, да, давай художником будешь. И вот это художник полгода проработал, цеховой художник. И затем тут, на что тут продвижения нет никакого, и мы... А тут познакомился я со своей молодой женщиной, девушкой. И поехали мы на стройку комсомольскую, это на КАМАЗ. Строить КАМАЗ, там, да, шинный завод. И туда вот приехали, поступил тоже цеховым художником. Цеховым проработал. И мне там начальником цеха, мы так подружились, хорошими друзьями стали. Я уж тогда уже маслом работал хорошо, уже писал маслом. Потом поступил художественный Чебоксарский педоинститут, худграф. Это да. Вам уже сколько было лет? Так, ну, так, 20-24, наверное. 24 года было. Да нет, 23 года было, да, и вот. Проработал там, да, и мне поставили главным художником завода. То есть я там проработал художником, да, и тут получилось так, что я уже начал участвовать на республиканских выставках, и у меня были уже тогда крупные выставки, и мне дали три картины, заказали для музея пожарной техники. Одна картина — пожар на шинном заводе, то есть там шины горели, готовой продукции, да. И вот я начал писать, писал я ее 7 месяцев, это большое полотно. Вот, да, и куратор был у меня, подполковник, который, он привозил мне тех людей, которые непосредственно участвовали. Я с них с натуры писал все, вот, да, потому что мне дали сразу такое распоряжение, чтобы я писал тех участников, которые непосредственно участвовали, потому что это документально. Пожар на самом деле. Да, на самом деле пожар. Мне дали фотографии черно-белые, как, что там, все это дела, там горит. Ну, черно-белые, а потом я спросил, чтобы они... Подожгли мне колесо на улице, чтобы сажа какая, цветом сажа какая, огонь как горит, резина. Потом этих пожарных, а я их ставил в разных, там, как мне нужно, позах, да, с них рисовал, делал этюды головой, эти шланги, все это дела, да, все написал. Поехали в Казань на утверждение этой картины. Она огромная картина, ее на грузовой машине везли. Все там сделали замечания, такие глупые, которые вообще... Это да. Ну, хорошо, там некоторые замечания. Я этот куратор, в общем, он как-то... А кто это оценивал? Вот это? А там уже этот, как мы тогда пожарная охрана, тогда-то военизированная была от шинного завода, где вот я уже там
от шинозавода уволился, я и перешел туда в воинскую часть, пожарная охрана. И вот мне там заказали картину. А там оценивал офицеры пожарные, да, вот такие, да. Ну что, привезли сюда ее, да. А перед тем, как ее повесить в этот музей пожарной техники, я ее повесил на выставку. Выставка, да, и тут через неделю звонит из горком партии, да, надо, пришел, говорит, директор завода Аюпов, да, Манавар, помню. Вот, говорит, вот тогда идеология была такая коммунистическая, да, цензура. В общем, ему не понравилось название картины. А картина, название была такая, пожар готовой продукции производства объединения Жекамшин. Вроде так, вот такое длинное название. Это не я придумал, это музей. Это для музея они придумали. Я объясняю, я говорю, это не я придумал. Ну, что-нибудь сделать. Я поехал, снял этикетку, да, вот эту бумажную, и другую написали мне, и повесили. Схватка с огнем просто. Через какое-то время мне опять с отдела культуры звонок. Я опять, мне говорит, вот приехал опять директор, говорит, а вы чего же, говорит, сзади? А там сзади ведь холста пишется масляной краской, паспорту называется. Там название, автор, размеры, все дела. Я говорю, я там уже никак не могу ее уже не стереть, там краской масляной написано было. Ну, трубку бросили, а потом мне кто-то звонит, говорит, эту картину сняли, убрали туда в горком парке. Ну, тут я что, я... В общем, обиделся мне за это и не заплатили, я оттуда уехал, обратно сюда, в Ульяновск. Сюда уехал, а тут в санаторий Ленин нужен был художник. Да, на Волгу, на берегу Волги. Мне давали квартиру, сразу квартиру, мастерская огромная. Я согласился, переехали туда, квартиру оставили там, в Нижекамске, двухкомнатные. Здесь квартира шикарная, главного врача дал Булько Владимир Ильич, прекрасных был главный врач. Это 86-й год, наверное. Это 86-й год. Да, Волга, 40 метров с чем-то, километров, да, это водохранилище, Куйбышевское. Пиши, столько, такие просторы. Ой, у меня тут столько задач, тут столько. А у меня с балкона Волга такая, новый город ночью горит. Картина еще на тут у меня, ночной город, Волга, да, новый город, на Волге отражение. И вот я вот там 30 лет, я там больше 30 лет писал это Волгу. У меня тема была только Волга, я показывал эти работы вот, на выставках, на всех, вот, на международных, всероссийские. И у меня, когда я был в Нижекамске еще, у меня была выставка, я попал даже на всесоюзную выставку, я еще молодой художник был, да, натюрморт писал на пожарную тему там, да. И вот она попала на всесоюзную выставку, всегда на чеку. А тогда ведь сложно было это попасть, да, в всесоюзную выставку, это вообще была самая крупная выставка, да. И вот уже 2015-м мне дали вот мастерскую здесь, то есть вот эту мастерскую. Это была Аркадия Ефимовича Ягудкина мастерская. То есть совсем недавно, собственно. Да, тут вот немножко отремонтировали, да, все вот. И вот я вот продолжал все равно, то есть два года я приезжал здесь, работал, и в Ундерх работал. Там Волгу писал. Сюда приезжал на выходные, здесь писал, и там писал. Затем у меня уже в начале 2000-х я при Станихе первый раз побывал. Мне вот как-то понравилось дело. И так редко иногда заезжал туда. Да. А потом у нас уже начался вот эта международная ансамблея «Пластовская осень». И к ней же был приурочен вот этот пленэр международный. И тогда... Первый пленэр, там были народные академики, приезжали народные художники. Для меня это было вот что-то такое, да. И вот уже 2011 года, и вот у нас идет вот каждый год этот пленэр. Да, я вот руковожу уже... Вы куратор, да? Куратор, да, руководит этого пленэра. А с какого года вы куратор? Я сейчас... Так, 2015 года, да. Затем у нас в 2017 мы сделали там, у нас был там домик, художественный музей как-то его приобрел, он был заброшенный, прямо вплотную рядом с музеем Пластова. С домом Аркадия Александровича Пластова, да, сейчас там мастерская, да, и рядом прям дом. И как-то мы тут на пленэре, и тут и секретарь Союза художников, по-моему, или Суховецкий, или Полотнов, ну, в общем, они там были, да, они спрашивают, а что за домик, а тогда Жданов у нас был.
директор художественного музея. Он говорит, так вот заброшено. Открой, посмотрим. Зашли, а там бардак. Эти стены все облупились, дранки одни торчат. Все гнилое, полы, течет крыша. А вот секретариат говорит, а что, его нельзя как-то в порядок привести? Да вот никто не хочет. Ну как, ну найдите кого-нибудь. Да никто не соглашается. И тут мне секретарь, так вот же, говорит, прекрасно, говорит, руководитель, что ж, пусть займется, говорит, да. Я говорю, да нет, мне надо. Нет, говорит, давай занимайся, да. Ну, приехал сюда, я как-то подумал, и Аркадий Ефимович, я говорю, слушай, тут вот такое дело. Я говорю, конечно, там ремонт, там страшное дело, это столько времени там убьет, там все. Или соглашайся, никому, никто не будет, ты один тут займешься, и хоть порядок наведешь там, да, хоть что-то будет, да. Я согласился, Жданов обрадовался, ну что, собрали рабочих, двоих или трое, а двое, да, и я третий. Вы тоже делали? Да, как же, там они, да, там ведь полы прекрасны были, но нижние венцы были гнилые. Вот эти ребята, они их нижние венцы меняли. Потом штукатурили. Я все стены красил, потолки. Эти окна они вытащили, я их окна скоблил там щеткой, затем их красил. На улице я вспоминаю, а там же ведь площадь, площадка такая, а там деревья росли, уже лес рос, да. Вот эти деревья корчевали, а мне больные почки, как вспоминаю, да, после этого. КамАЗами вывозили этот мусор. Затем вот это, он сам, дом-то, он зарос весь дикий виноград, или как-то вот есть такой вьюн, да, он каждую щель залазит, там окон не видно было. Они все прошли внутрь, да, а их оттуда никак не вытащишь. Они прошли через щели, а там уже отросли, никак не вы... Как вспоминаю, вот это самое трудоемкое, когда вот это разбирал, я вот этот вьюн, все, и домик открытый стал, да. Какой замечательный. Да, потом красил я его уже снаружи, наличники красил, белый, синенький, да, тут порядок привел, все подкосили, не лишние там, у нас там садик есть перед домик такой во дворе, там, лишнее все повырубал я там, оставил только что там, да. Сетка была, там загорожен был он так, да, вот, сетка, а сетка, она в земле уже там настолько, столько земли уже там, видать, уже, она в земле, сетка, никак не вырвать оттуда. Ну, а кого, а те рабочие, они заняты внутри, там делами занимаются, крышу там, это течет все. Вот этот ломник, как вспоминаю, вот эти сетки вытаскивал. Ой. Затем уже я говорю, надо красиво сделать, вот этим как-то красивые этими дощечками или что-то, как-то рейками сделать. В администрации Красунского района пообещали, обещали, ничего нет, что делать. Ну, в общем, нашли, сделали забор и хотят красить. Я говорю, только не красьте. Я говорю, все должно быть естественно. Uh-huh. Все, да, там у нас красивый, да, ворота красивые. Макушка такая интересная, да. И у многих художников я писал тоже, да, красиво. Там кто-то мне из администрации хотели, давайте снести, надо, сделаем что-то из железа там все. Я говорю, только не трогайте это, ничего тут не надо железа. Все пусть остается, как было. Оставили все. Иногда я там где-то уже он сгнил, я подпорку делаю, да, так вот каждый год что-то там ремонтирует. Надо, там надо смотреть все время, да. И вот у нас там проходят пленэры. Ну, такие пленэры, я вот собираю художников через соцсети, через знакомых как-то, но стараюсь. А, ведь хочется, чтобы как-то был какой-то заслуженный народный, ну, художник, ну, народный что? Народный он уже сидит только в мастерской, он уже не поедет туда. Народным дают когда? Заслуженно нам не дают сейчас. У нас ведь заслуженно дают кому? Артистам только 25 лет испортилось. Она там полуобнаженно вышла, спела. Вот артисты дают им звание. А нам нет, нам. То сейчас есть тем более. Только народные. Нет, нужны желательно заслуженные, а народных нет, уже заслуженных. Но тоже сейчас ведь мало заслуженных уже, да. Да. Все, очень сейчас звания не дают почти, да, тут я не знаю сейчас. Ну, поэтому уже как-то вот более таких одаренных художников приглашаю. Но ведь как вот, вот эти вот художники, они все из разных регионов. У нас ведь и Чечня там, Киргизия, Казахстан, да, вот у нас и из Донецка уже были 2 года. Да, в этом году у нас из Белоруссии. Уже? В этом году мы, да, у нас под... будет. А, будет. Будет, да, из это что-то мне музей сказал, что тут участвует уже ЮНЕСКО, что-то под эгидой ЮНЕСКО. Это вот в сентябре как раз. В сентябре будет, да. Да, да, да. Вот у меня уже
много сейчас звонков, но у меня уже набор, я уже не могу сейчас, да, у меня уже 14 человек. Я уже... Там же в домик-то не очень. Да, много, да, небольшой там, да, я их не могу, тем более у меня же женщины и мужчины, если были бы одни женщины, да, я бы их всех как-то, или одни мужчины. А так надо же как-то что-то вот распределять, там 3 места, тут 4, поэтому в этом отношении сложновато как-то, да. И... 2 этапа тогда. Ну, 2 этапа нет, у нас она уже приурочена к ассамблее, да, и поэтому вот у нас мы... 10 дней проходит. Тоже деревня Преслонихи, там жители. Ну что, говорят, вот все время пишешь, вот эти наличники, вот эти наши дома, вот скворечники, да, вот эти все, да. А у нас ведь там, говорят, есть и из красного кирпича, из железа такие вот, да, обшиты дома красивые. Я говорю, ну это не мое, говорю, я парень деревенский, для меня это, да, это история. Я говорю, ну вот будут, если молодежь, вот этих домов не останется, вот останутся эти кирпичи, вот пусть молодежь и пишет. Следующее поколение, вот эти кирпичи, если будут писать, кому они не нужны? Нам нужна вот, нам история, для истории все вот это. Это же все исчезнет. Через 20 лет все это. Поэтому мы и работаем для истории, чтобы все, да, сохранить. Работа, да. Все, да, сохранить. Вот